первые, кто ввел понятие фабрики звезд, моими учениками были Эдди Константен, Шарль Азнавур, Ив Монтан, Раймон, я первая. Их удивительная судьба потрясла мир не менее, чем талант. О взлетах и падениях, победах и поражениях, о счастье, славе и трагических моментах в жизни двух легендарных певцов Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры рассказывают актеры на сцене областного русского драматического театра. «Парижский воробушек» — так называли Пиаф. И обладатель бархатного баритона Фрэнк Синатра никогда не встречались на одной сцене. Объединить линии жизни двух легенд мировой музыки решили в отечественном спектакле «Счастливые поют». Моя дочь! Поклон! Французскую певицу играет молодая алматинская актриса Айсулу Азимбаева. Роль Фрэнка Синатры досталась актеру Чингизу Капину. Во время спектакля они прыгают, кричат, танцуют, плачут и смеются вместе со зрителем. Необычность постановки придает игра со светом и тенью. Лица актеров зритель мог видеть, даже когда те стояли спиной к залу. Вокальную партию Синатры исполняет Алексей Тимофеев, а Эдит Пиаф – известная джазовая певица Ирен Аравина, она же идейный вдохновитель и сценарист музыкального спектакля. Этот спектакль рождался несколько раз, и каждый раз была как бы новая версия. Сначала это была просто любовь Эдит Пиаф с Ив Монтаном, потом уже добавились их отношения с Шарлем Азнавуром, потом выросла история Фрэнка Синатры, начала вплетаться. И, в общем, где-то 5 лет вот постепенно кристаллизовалась вот эта как бы вот форма. И продолжает, кстати, она постоянно меняться, кристаллизовываться. Вообще, в принципе, спектакль, в котором рассказывает уже как бы человек, умерший, о своей судьбе, это как бы не новость, это на самом деле очень такое хорошее клише, но, вы знаете, оно пробуждает людей, оно дает людям надежду и очень высокие ориентиры. Для меня мафия, конечно! Со сцены спектакль не раз перемещается в партер театра. Все для того, чтобы быть ближе к публике. Понятно, да? Принцип понятен, отлично. Итак, считаем. Отлично. Кульминацией вечера становится выступление специального гостя, легендарного джазового саксофониста Билла Сакстона. Он специально прилетел в Шымкент из Нью-Йорка. Зрителям необычная для нашего города музыкальная постановка понравилась невероятно. Еще долго после выступления артистов шымкентцев переполняли эмоции. Вы получили такую массу таких впечатлений, просто голоса, актеры, вообще игра, сам такой необычный спектакль, просто аж мурашки, когда зазвучала музыка, и они начали петь, просто аж мурашки по коже. Просто масса впечатлений, просто спектакль, конечно, это просто вообще зашкаливают эмоции. Джаз – это такая культура, мой супруг обожает просто. Потом спектакль мне понравился тем, что там были тени. И, то есть актер играет, там за ними тени, и вы погружаетесь, то есть представляете Эдит Пиаф на этом лице, и вы просто погружаетесь в те времена и смотрите. Конец просто был обалденный. Музыка просто прям в сердцах у нас сбилась. Вообще классно очень. Да, ну на самом деле… Бешеное слияние культур, то есть одновременно французский язык, английский язык, одновременно с этим актеры, которые объясняют все, что происходило в жизни достаточно известных личностей, и это просто потрясающе, и здорово, что этот спектакль произошел в Шымкенте, потому что здесь недостаточно много таких событий, и это здорово. Спектакль часто гастролирует по городам Казахстана и всегда сопровождается неизменными аншлагами. Анастасия Новикова, Амантай Ауельбеков, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Утрар».